Об этом купце известно не так много, как о Морозовых или Асанове, но до сих пор сохранилось два красивых здания, которые принадлежали ему, купцу второй гильдии Игнатию Дмитриевичу Рождественскому. 1839 года рождения он, как и многие бийские купцы, был выходцем из крестьян. Имел лавки, торговал мануфактурой, избирался гласным городской думы. Был одним из учредителей общества поощрения рысистого конозаводства. Здание по улице Советская, 21А, было построено, как гласит табличка, в 1882 году. Визуально представляет собой как бы соединение из двух корпусов. Но это не умаляет витиеватости архитектурных решений и богатства декора. Окна первого этажа лучковые, привлекают внимание фигурные столбики и полуколонны. А с самого верха на прохожих смотрят узорчатые атики. До 1915 года здесь размещалось общественное городское собрание. Здание действительно величественное. Оно формирует фасад вообще края нашей Бийской крепости территории, потому что далее переулок Гилева, который окаймлял границы нашей крепости. Ну и вообще надо сказать, что Игнатий Дмитриевич был человек довольно дальновидный, хотя он прошел из крестьян, но развернулся. Он был крупным владельцем недвижимости. По легенде, строилось оно около 20 лет. Ну а дата стоит 1882 год, и поэтому практически до революции оно находилось вот в ведении купеческого собрания. Тогда это был постоянно действующий орган. Они здесь постоянно собирались, секретариат был у них, они здесь, я уже говорил, проводили культурные мероприятия, различные кружечные сборы на отдельные мероприятия. Собирались купцы по вечерам, курили сигары, заключали договора, проводили читки какие-то, так сказать, стихов, то есть, ну, в общем, культурно, был такой культурно-развлекательный центр. Но вот продажи, так сказать, спиртных напитков и пива в этом это здание было, не было замечено. Поэтому здесь в основном были такие деловые встречи и, в общем, какие-то культурные мероприятия. Рождественские занимались не только торговлей, но и производством. Особое внимание уделяли сливочному маслоделию. Заводики были сосредоточены по селам – Алтайская, Ануйская, Смоленская, Солоновка. Самое главное, что в то время, в конце 19-го, начале 20-го века, маслоделие в Бийске вообще, можно сказать, процветало. Бийск был, так сказать, форпостом от развития маслоделия вообще в Сибири. Здесь было самое качественное в Бийском округе, я имею в виду, не только в самом городе, в основном округе. Потому что в каждом наиболее крупном селении находился небольшой маслодельный завод. Там 3, 5, 7 человек работников было. Но масло было очень высокого качества. И могу привести такие архивные данные, так сказать, о том, что в 1902 году вот Копорулин Василий из села Старая Белокуриха завоевал золотую медаль на всемирной выставке в Париже за качество масла. Это действительно факт. И вот после этого сюда ринулись все фирмы. В первую очередь здесь главенствовали датская фирма Эхмана. Да, потом перебили англичане, они были более изворотливые, да, более, так сказать, мыслящие, наверное. А что они делали здесь? Они закупали масло 1000 пудов и переправляли в свои страны.
Вот и, на чем? Да, в Барнауле была фирма «Эхмана», здесь было отделение в городе Бийске. Закупали, перепродавали, возили через Новосибирск, возили в разные личные страны, там перепродавали. Поэтому разные вот такие. То есть их было вот в этом бизнесе заключался, перепродажа бийского масла. И вот вообще бийские купцы, даже городской голова, например, Федор Федорович Доброходов, имел большой маслодельный заводик, в год выпускал 200 тонн масла. Игнатий Дмитриевич умер в 1904 году. И что бывает нечасто, его дело возглавила вдова Пелагея Спиридоновна. Вместе с сыновьями она учредила торговый дом «Наследники Рождественского». С 1932 года здесь на втором этаже располагалась средняя школа. В годы Великой Отечественной войны – эвакогоспиталь. В 1932 году здесь появился первый звуковой кинотеатр, впоследствии он получил название «Смена». Он пережил Советский Союз. Я школьницей ходила, смотрела сюда мультик душераздирающий, просто про дельфиненка. Здесь был такой небольшой камерный зал, и он уже работал как детский кинотеатр. Большинство бийчан помнят это здание, когда в нем был самый девчачий факультет пединститута – филологический. Как отмечают его выпускники, учиться в памятнике архитектуры было не совсем комфортно. Впервые порог этого здания я переступила в 96-м году. Я всегда мечтала учиться именно на филфаке, в самом красивейшем месте города Бийска, в историческом здании. Но, правда, здание было не только красивое историческое, но и очень старое. И поэтому в нашем здании не было даже теплого туалета. А если учесть, что у нас на филфаке училось практически 90% представительниц прекрасного пола, впереди зима, а у нас лишь деревянный туалет на улице, конечно, было страшновато, печально. И я, как будущий журналист, решила написать об этом статью в газету «Бийский рабочий». Статью моментально опубликовали. И на следующее утро меня уже ждали в деканате на ковре. Женя, зачем ты привлекла внимание общественности? Зачем сразу эту тему поднимать в СМИ? Ведь можно было прийти и поинтересоваться, почему нет туалета. Мы бы объяснили, что нет финансирования. Это тоже наша беда. Мы тоже переживаем, но на это нет денег. Я, конечно, переживала. Боялась, что меня отчислят из университета. Но вся эта история закончилась очень хорошо, благополучно. В скором времени у нас появился теплый туалет. Сегодня в здании находится Дом творчества Бийска, где ребятишки занимаются спортом, танцами, осваивают театральное искусство. Недалеко, на той же улице Советской, стоит еще одно здание, некогда принадлежащее купцу Рождественскому. Построено оно было в 1881 году, как торговый дом. Традиционно на первом этаже располагались торговые залы, на втором – жилые помещения. В 1900 году дом был куплен купчихой Кузьминой, которая сдавала часть помещений в аренду, например, магазину братьев Невоструевых. Они торговали школьной формой и школьными принадлежностями. Здесь же находился книжный магазин, потом женская Тургеневская гимназия, с 1929 года типография. Интересный факт. В 1912 году здесь, на углу магазина, было решено установить первый телефонный аппарат общего пользования. И каждый мог за 10 копеек позвонить любому абоненту бийской сети.
Художественная отделка здания восхищает до сих пор. Улица Советская, пожалуй, самая насыщенная памятниками архитектуры. Дело купца продолжили его сыновья Павел, Дмитрий и Вениамин. В 1918 году торговый дом наследников еще существовал. Но потом следы деятельности теряются в жерновах истории.